Почему вы собираетесь провести свой отпуск именно там? Потому что это единственное место на Земле, где осталось хоть что-то красное. Что вы имеете в виду? Красное море, понял? Вопрос к Василию Ивановичу. С чего начинается Родина? С буквы Р. Вопрос к Петьке. Да. Зачем вы туда летите? Хотим заработать денег на обратный билет. Понял? Что бы вы хотели сказать на прощание? Не надо делать из нашего отъезда трагедию. А что делать? Комедию. Понял? Понял. Сразу же после пресс-конференции Василий Иванович и Петька отбыли на взлетное поле нашего городка. У трапа их провожали родственники, близкие и друзья. В тот же день трап с Василием Ивановичем и Петькой прибыл в столицу страны Красного моря. Прилетели мы с Петькой, решили оглядеться так, прикинуть, что к чему, потереться среди простого народа. А народ кругом все не наш. И по-русски, кажись, никто не бу-бу. Ага. Казаков тут не хватало. Эй, кей, оу-у. Чапаев, Чапаев. Чапаев, Чапаев. Народ здесь в основном на машинах ездит. А мы с Петькой на своих, двоих, ну, пешедралом, значит. И натер я себе ногу. И решил я тогда командиру своему новые штиблеты исправить. Ну, может, эти, Петька, а? Красные, а? Красные-то они красные, Василий Иванович. Но брать так фирму. Почапали. Почапали. Ну что, нашел, Петя? Болит нога? Ну. Ну какие померяешь? А вот эти два. На. Ну помоги же, ну. Что, ну, никак? Не, не лезет. Так ты язычок высунь. Да зачем? Ну зачем? Легче будет, высунь язычок-то. Не лезет. Ну, конечно, через несколько дней пообтерлись мы с моим боссом в этой стране. Обтесались маненько. Мы к местному населению попривыкли. Они к нам и везде чувствовали себя с Петькой, как у себе дома. I love you. И забрели, значит, как-то в частное владение к одному местному. Шопиёмся на мою. Василий Иванович, а не сходить ли нам в баньку попариться? А чем парить будешь? Чем парить? Разберемся, чем парить. Пойдем. Ой, больно! Ой, баба! Извиняйте, Василий Иванович, но березки в Израиле не растут! Ну, страна, конечно, хоть и маленькая, но большая. Ну, вот мы с Петькой и потерялись. Иду, значит, я один по городу, и вдруг слышу родное такое. Покупаем все мальчики вкусные, с хорошими бубочками. Все мальчики покупаем. Здорово, Петька. Шалом. Что шалом? Здорово, Петька, шалом. Не Петька, а Петр Исакович. Все мальчики. Ну ладно, слушай, Петь, я тут этот журнальчик видел, такой, знаешь, порнографический такой. Денег нет. Ну, все мальчики, 10 долларов, Петь. Нет, нет, нет. Ну через неделю дам 10 долларов. Нет, нет. Ну что, нет, ты семечками торгуешь, у тебя денег нет, да?
Ну что ты так? Что ты показываешь? Дай 10 долларов, я тебе через неделю отдам. Через неделю. Вот что это сзади такое? Ну что там? Ну банк там, ну чего? Ну? Банк? Какой банк? Ну что, какой? Американо-израильский. Что ты мне горло ворочаешь? Вот у меня с ними заключено негласное соглашение. Какое соглашение? Они не торгуют семечками, а я не даю взаймы. Извини. Семочки! Семочки покупаем! Семочки! Очень интересная земля у них. К какому камню не притулишься, всюду история. Точно! Ну, а у Петьки, у того, вовсе крыша съехала. Всюду с путеводителем ходит и все время чего-то находит. Точно! Нашел! Слушай, Василий Иванович, после завоевания римлянами этой страны, в этом месте патриции проводили время в оргиях с хетерами. Слушай, хетеры, кто это такие, Василий Иванович? Да это бабы, Петька, бабы. Бабы. Бабы, ну а кто? А оргии, что это такое? Пьянка. А кто такие патриции, Василий Иванович? Ну-ка еще раз, сразу прочти. Патриции проводили время в оргиях с гетерами. Опечатка, Петя. Не патриции, а партийцы. И вот пришла нужда нам с Петькой работу искать. Ну, конечно, работу устроились на такую, какую Бог послал. А Бог здесь посылает и посылает. Перекур, Петя, пахал я такую работу, знаешь. Задолбала меня эта тележка, Василий Иванович. Аж не по-человечески, не по-людски. Оно ж энту, как быть, оно у нас, оно... Все, Петя, надо это, надо хозяину идти и... Разобраться надо. Права качать надо, все. Слышишь? А эти? Да эти, прикинь. Хозяин! Что случилось, что? Хозяин! Слышишь, хозяин, ты ж нам тележку бракованную подсунул. Она же не цепляется, так все делает. Цепляется. Не так она делает. Там цепляется колесо. Цепляется. Колесо. За что ты? Не так она делает. А как она делает? Как? Ну как? Там у нее колесо вот так. Давай. Ну как? Бжик. 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 Не, все. Вы уволены. Все. Почему? Что почему? Потому что оно должно делать вот так. Жик. Дамы и господа, как вы уже поняли, в Израиле побывали не только Василий Иванович с Петькой, но и Олейников со Стояном. Причем, если первые отдыхали, то вторые работали. Ну, в смысле, прикалывались. Как? Да очень просто. Переодели Стоянова инспектором ГАИ. И пока Олейников заговаривал зубы местному полицейскому, Стоянов встал на дороге, а камеру спрятали в кустах. Давайте посмотрим на реакции израильских водителей. Здесь по ГАИ. Мы по-русски говорим. Жарко, не могу. Фу, пекло. Наши не разрешают раздеться. Начальник дивизиона сидит в Тель-Авиве, пьет. Да, мы... Ну а что? Разве можно пить? Ну, наши могут. Не, кроме шуток, да, у вас это сюда. Ну а что делать? Да, говорят, что нам трудно с русскими общаться. Многие не очень хорошо знают язык, не очень хорошо знают правила. Вам будет привычнее. Выписали 12 человек нас. Серьезно? Угу. Приходи в гости. В гости? Конечно. Ну, мы будем в поселке. Давай, заходите, ребята. Все нормально, спасибо. Ребята! Ау! Что это такое? Это работа? Что это такое? Вот это да! А. Отлично! Санкт-Петербург ГАИ! Ну, счастливого пути! Ну, возьми уж штраф! Ну, давай! За что? А просто! А вы правы? Я сюда ехал, думал, или мне показалось, или я совсем... Не, можно права проверить? Второй день был в Израиле, шалом не знал, что такое, меня 350 шекель как хи***нули. И не разговаривали. Я даже не знаю, он что-то говорит на иврите, говорит это. Сейчас я понимаю, что он говорит. А тогда, когда... Но наши лучшие гаишники. Да что ты мне? Наши хоть нет-нет, бабки отдал, отмазался. Ну давай, счастливого пути. Будь здоров. Вот такие
правила, можно сказать, дикие. Солнечная погода, и ты должен ехать исключенный свет. Да, а вы без света ехали. А вы без света. Ну, глаза сверкают. Ну, что мне с вами делать, я не знаю. Все-таки земляки, что нам делать? Что делать? Что мне не хочется вас штрафовать. Я чистосердечно вам признался. Уже, как говорится. Ну, ладно, следующий раз. Да, я даже не знал, я вас хотел проконсультироваться именно по этому вопросу. Приятно своих видеть, слушай. Откуда? А? Откуда? Таи. Из городка. Нет, в смысле Союза. Да, из городка. Жо. Записывай. А? А, уже все понял, поезжай дальше, уже с тобой неинтересно мне. Эх, артист, а? Все по-советски делаете, а? Что делаем? По-советски. Почему? А чего записываешь? Не боитесь, что так машина стоит, а? Ну как там дела в России у нас? Чего? На родине, это там родина, это говно здесь. Да? Конечно. А вас не удивляет, что я вот здесь стою на солнцепеке? Да, вот мне вот это удивляет, что вы боитесь солнца? А? Солнца боитесь? Солнца я боюсь. Не, что я в принципе здесь, за 5000 километров. Я понимаю, я читал газеты, что вы приехали вроде обмен опытом, и израильские поехали. То есть уже пресса знает об этом? Да, давно, я читал месяца два. А пресса знает о том, куда вот этот провод может привести? Вот давайте возьмем его и пошли по проводу. Это я не знаю. Ну пошли, пошли. Какое будет открытие? Камера? Ну? А вы поверили? А нет, не поверил. Как? А вначале поверили? Что? Чему? Что милиционер стоит. Ну вы же, я вижу форму русского человека, русская форма. Это значит нормально, да? Нормально. Нормально. Нет, что ни говори, в гостях хорошо, а дома лучше. И решили мы с Петькой, пора домой в городок. И пошли мы с Петькой в обратку на родину. Да не пошли, Василий Иванович, а побежали. И захотелось нам, чтобы стало так, чтобы не наши уезжали туда. А чтобы ихние драпали к нам. Не перебивай. Не перебивай. Не перебивай. Ой, ой. Не перебивай.